Будем вытащивать вот шар из такой заготовки березовой. Предварительно обточим по наружному диаметру. И сделаем круглый диаметр, примерно соответствующий диаметру будущего шарика. Резец уже выставлен по центру, вот, которым будем делать сферу. Прямым вращением заготовки мы обработали по диаметру и торец. Теперь будем делать сам шар. Значит, у меня по лимбу зафиксировано положение суппорта, в котором ось вращения резца совпадает с осью вращения заготовки, ну, естественно, вертикальной плоскости. Вот. Но я его сразу не ставлю в это положение, будем постепенно вытачивать. Вот. Я сейчас, значит, будем делать таким образом, что без предварительной обработки, как бы обдирки шара, сразу изначально чисто из заготовки сразу как сделать шар, только этим вот резцом. Вот. Включаем обратное вращение. Приближаю резец, отодвигаю, чтобы больше снимать. Еще ближе подвожу к центру. Полину точное положение совпадения оси вращения резца и оси вращения детали. Ну вот у меня сейчас получился не совсем точно стал резец по центру, я его небрежно выставил, неаккуратно, не совпадает, поэтому остается пипка. Ну вот последний проход, это уже проход с маленькой подачей. Можно обратным ходом резать.
что ведет заточен таким образом, что у него обе кромки работают. Вот я здесь в одном месте дернулся, неравномерно. Вот я его сейчас исправлю это место. Теперь у меня получается рука не хватает хода. Сейчас начнет бить по в этом месте по кулачку. Поэтому я отвожу резерв вперед. Снимаю бороток. Ставлю его в другое отверстие. Бесполовое. И продолжаю урезать, чтобы рука не попала под кулачок. Притом из-за того, что у меня резерв заточен, и здесь режущая кромка хорошая, видно, как он режет вот этим мешком по... обрабатывает заготовку. И теперь я ставлю вот положение. Опять экономился в нужное положение. Окончательно в ноль. И как бы продолжаю откатывать шарик. И вот я сейчас буду постепенно, потихоньку доводить, чтобы шарик окончательно отрезался, отвалился. Вот все, шарик отвалился. Полностью его обкатали. Ну вот здесь самое, конечно, сложное, это выставить резец. Резец надо так выставить, во-первых, и по вертикали, и во-вторых, вылет, чтобы вот он обеспечивал постоянно обкатку шарика на всем протяжении. Ну, а более проще, чтобы меньше нагружать этот резец, меньше предварительно прямым вращением, вот двумя резцами, скажем, проходным, здесь предварительно ободрать и отрезным, также с другой стороны канавку, и ободрать предварительно, чтобы меньше обдирать вот этим резцом, чтобы он меньше тупился, ну и меньше на него нагрузка. Ясно, у него нагрузка большая, у него вылет большой, консоль закреплена на одном болтике. Вот такая вот получилась приспособка. Вот можно опять начинать следующий шарик обтачивать. Ну, желательно опять все это ободрать предварительно простыми резцами, проходными резцами, там, подрезными. В этом приспособлении используется вот такой вот резец. Это вид сверху на резец. Это очень похож на отрезной резец. Вот это вот работает как формообразующий, как отрезной резец, режущая кромка. А вот это вот режущая кромка, вот такая радиусная, это для непосредственного точения поверхности шара. Вот на этом рисунке видно. Вот это вот форма образующая, режущая кромка, а вот это вот непосредственно обрабатывает поверхность шара. И она обеспечивает чистоту, шероховатость вот этой поверхности. Это вот при движении резца в этом направлении. Но и при обратном движении работает вот эта вот режущая кромка. То есть если его двигать в эту сторону, он будет работать, будет вот эта режущая кромка. Значит, затачивается вот эта режущая кромка, и потом можно подправлять вот эту вот, тоже затачивать, подправлять вот эту вот режущую кромку. Такой вот резец. В принципе, можно и чисто отрезным резцом. Но тогда получается
неопределенное вот это вот место, которое непосредственно обрабатывает поверхность шара. Ведь при отрезании отрезным резцом детали практически всегда левая и правая поверхности в канавке имеют очень плохую шероховатость. Практически всегда получить при отрезании и на обеих поверхностях в канавке хорошую шероховатость практически невозможно.